прямо сейчас я здесь, дома, с кошками. Меня зовут Станислав. Я сейчас, в настоящий момент, работаю менеджером продуктов в проекте Donation Alerts. На лекциях будут специальные моменты, когда можно будет задавать вопросы. Кто такой менеджер продукта, чем он занимается, чем он отличается от других специальностей. Чувствую, что нас ждет очень классный курс. К сожалению, распределяющая шляпа у меня не завалялась. Меня зовут Вера Белоярская. Я продакт аналитической системы MyTracker. Ваш стартап в этот момент распадется, но кому-то будет хорошо. Меня зовут Василина. Я сейчас продакт-менеджер во ВКонтакте на проекте Multimarket. Сформулируйте гипотезу о том, что такое гипотеза. Потому что она такая Ну и, возможно, вы уходите из компании и делаете свой стартап, который взлетает. Есть такая фраза, что нельзя перепрыгнуть пропуск на 99%. Клабхаус — это радио для зумеров. Открыть продукт для ранних клиентов и захватить рынок раньше конкурентов. А как бы эти 100 миллионов вложить так, чтобы получить максимум денег?